Поедем, блин, ты заел, ты заел. Будешь с тобой, берешь, забыл поджизнь. Спасибо. Ты его билеты забыл. Все нормально. Как долетели, Олег Анатольевич? Спасибо, хорошо. Сколько лет прошло, ничего не меняется. Как было, так все и осталось. Ну что, Олег Анатольевич, это в Москве все горит, все крутится. А у нас здесь люди торопиться не привыкли, все основательно делают. Давно не были, соскучились? Угу, соскучился. Москва, конечно, хороший город, но дома лучше. Ну, дом. Дом – это святое. У нас здесь тоже не медвежий угол. Жизнь подинамичнее, чем раньше. Растем, развиваемся. Ну да. Кирилл, а ты давно у нас работаешь? Как политех закончил, сразу на фабрику. Вот уже как 4 года правая рука Анатолия Сергеевича. Маркетингом заведую. Кирилл, а что отец? Все такой же несгибаемый, да? Железный мужик. Ничто его сломать не может. Как город держался на Анатолии Сергеевича, так и держится. Мишка! Смотри! А, черт! Скажите, это ваша собака? Моя. А почему вы без поводка с ней гуляете? Мы из-за нее чуть не улетели. А почему вы так со мной говорите? И вообще, с какой скоростью вы ехали? С нормальной скоростью мы ехали. А за своим шариком смотреть надо. Его Мишка зовут. Мишка? Да какая разница? Мишка, ну ты как, в порядке, а? Ну, вроде бы все обошлось. Да, только ошейник был. Ошейник был? Вы извините нас, пожалуйста, что так произошло. Да. Все в порядке. Да, ничего. Все, Мишка, пойдем. Ну, давай. Мишка, ко мне! Иди, иди, хулиган. Интересные у вас тут девчонки. Да, девочка симпатичная, только деревенщина. Собака какая сволочь, чуть не убились из-за нее. Свой? Что? Брошку потеряла, потом искать начнет. Девушка! Девушка! Ну ладно, поехали. Ну что, Дианка, заждалась, да? Держи. Ну ты не меня ругай, а Мишку. Это он не умеет дорогу переходить. Где он, кстати? Напей. Если бы ты знала, какого я парня встретила, в это бы сразу влюбилась. Это точно. Ладно, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем.
Давайте мне, Олег Анатольевич. Держи. Это тоже давайте, я возьму. Да ладно, я сам. Ну, как хотите. Давайте я. Прошу вас. Спасибо. Ну, здорово, столица! Я уже заждался. Кирилл, почему задержались? Здравствуй, пап. Как я рад, что ты меня выдернул. Я тоже очень рад. Ну, хорошо, иди к себе, приводи себя в порядок. Сейчас будем обедать и обо всем поговорим. Привет, Варя. Спасибо тебе. Ну, чего стоишь? Иди, помоги Олегу. Да. Анатолий Сергеевич. Ну? А как быть со мной? Повод-то подходящий. Ты что, не видишь, что сын приехал? После поговорим. А сейчас иди отдыхай и не высовывайся. А ключи? Водителю отдашь. А, доченька, быстро ты управилась. Быстро, не быстро, пап. Но вот ты за все время и крошки не съел. Ну разве можно так себя мучить? Поем, дочь, поем. Проголодаюсь, поем. Ты не беспокойся. Лучше мне вот что скажи. Как с учебой решила? Пап, ну что, я против учебы, что ли? Пап, ну я ведь готовлюсь. Да знаю, что готовишься. Только вот все никак не решишься. Ну, не хочу тебя одного оставлять. Ну, как я там буду жить и думать, что… Да что думать-то? Тебе надо думать о том, как свое будущее обеспечить, а не со мной здесь сидеть. Возьми лучше молочка попей. Привет. Ну что, встретил? Барин прибыл. Что опять не так? Как он тебе барин? А кто он? Сел на заднее сиденье, вези его. Я в Калуи к родному брату не нанимался. Хватит, не сердись. Ну, привык он ездить на заднем сиденье. Все уже решено. Потерпи немножко. Ну так сколько терпеть? Я для своего отца сын? Или мальчик на побегушках? Понимаешь, он сказал,
Приедет Олег, я все решу. Решил, блин. Не тебе его судить. Он тебе и в институт устроил, и на работу взял. Да на такую работу я и без него устроился бы. Мне нужно, чтобы он официально сказал. Чтобы он всем сказал, что у него есть два сына. А то получается одному все, а второй как от девки приблудной родился. Ты при меня? Мам! Мамочка! Мам! Прости меня, ну? Просто жена его забеременела, вот он и остался в семье. Не понимаю, я-то чем привиделась для тебя? Мамочка, ну прости меня, ну прости. Потом Андрея встретила. Он же воспитал тебя как родного сына. Мам, я про Андрея Георгиевича ничего не говорю. Он тебе и мужем хорошим был. Но ты знаешь, как обидно, когда твой родной биологический отец признавать тебя не хочет. Сынок, пожалуйста, не становись жестоким. Прошу тебя. Пап, что же все-таки случилось? Почему ты меня так экстренно вызвал? Ты понимаешь, когда кризис бахнул, нас тоже зацепило. Ну, я обратился к Дееву. Он мне по старой памяти дал взаймы под залог контрольного пакета акций. На год. Думал, выкручусь. Не получилось. И когда этот год истекает? Через 3 месяца. А продлить нельзя? Умер Деев. Умер? Дядя Петя умер? Сердце. Подожди, я не понимаю. Но наследник же, Аля? Его дочь, Аля. Разве она не может продлить срок долга? Угу. Но только теперь это не та Аля, которую ты знал. Бизнес-леди. Александра Петровна. В общем, шансов почти нет. Пап, я тебя не узнаю. Ты же весь город в кулаке держишь. Мэр, полиция, налоговая, все под тобой. Так в чем проблема? Давай я этим займусь, ты только дай мне полномочия. Я очень серьезных людей в Москве знаю. Да я тоже людей знаю. А наш крысятник точно знает, когда нужно менять хозяина. Ладно, давай-ка мы завтра с тобой поговорим, возьми документы. Ладно. Буду думать. До завтра, папа. Спокойной ночи. Мишка, пойдем? Давай. Держи. Ну и блинчики у тебя, Наташка. Есть у них какой-то секрет? На. А у каждой хозяйки Вась свои секреты. Ну так и будет, секрет блинчиков раскрою, скажу тете Кате. Пускай тебе так и сделают. Не, у матери такие не получится. А я без твоих блинчиков совсем пропаду. Что? Нельзя тебе уезжать, Наташа. Вась. Ну, я сама чувствую, что нельзя мне отца оставлять. У него сердце больное, за ним уход нужен. Как вроде бросил пить, так покрепче стал. А я уеду, и что? С тоски опять во все тяжкие. А я тебе про что говорю? Вась, ты-то говоришь, но вот все непросто. Во-первых, отец требует, чтобы я ехала. И что, мне с ним ругаться? А во-вторых, ну, уеду я. И куда я без специальности?
На одном молоке мы не проживем, сам знаешь. Работы нет ни мне, ни ему. Как жить-то? Надка, ну, вот это не проблема. Ты красивая. Замуж выйдешь, детей будешь рожать. А муж и тебя, и Степана Ивановича прокормит. Угу. А уедешь. И как же, как 6 лет жить-то, а? Замуж. А где они, женихи-то, Вась? Это только в сказке бывает, про царевну лягушку. А в реальности одни пьют, потому что работы нет, а другие не работают, потому что пьют. Ну зачем так? Есть нормальный. Я вот, к примеру. Не олигарх какой, но дело свое знаю. Работаю вот. Вась, да я знаю, что ты работаешь, только лет дружим. Ну и что с того? Ну что с того? Неужели ты не понимаешь? Выходи за меня. Вась. А я найду вторую работу. Начну больше зарабатывать. И будем жить вместе. И отца твоего к себе возьмем, а? Вась, ты что, жениться надумал? Ну ты чего, а? Вась, ну, любовь должна быть. А я про что? Я тебя люблю. Поэтому предлагаю тебе замуж. И все проблемы решатся. Чего ж тут думать? Вась, я и думать не собираюсь. Ты мне друг, мы с тобой выросли вместе. Вась, пойми, ну, нельзя так. Ну, не люблю я тебя. Спасибо за разговор, Наташа. И за угощение спасибо. До свидания. Вась, ну ты не обижайся. Доброе утро, папа. Доброе утро, сынок. Давно вот так по утрам не встречались, правда? Ну да, как раньше. Пап, я до самого утра сидел, всю ситуацию просматривал. Сложно, конечно, но кое-какие идеи есть. Нужно будет обсудить. Честно говоря, я в чудеса не верю. Я в тебя верю. Вот потому тебя и вызвал. Надо держаться вместе. Так, ну ладно. Я поехал. Жду тебя в офисе. Там поговорим. Mm-hmm. Да, пап. Я ненадолго задержусь, хорошо? Просто хочу по городу проехаться. Вдруг друзей каких-нибудь встречу. А потом сразу к тебе. Конечно. Но я тебя жду. Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Вы здесь живете? Угу. Знаете, наверное, всех? Знаю. Я девушку одну ищу. Как зовут? А вот этого я не знаю. Не успел спросить. Ну, а как же мы ее искать будем? А у нее еще собака есть. Мишкой зовут. Зачем ты ее ищешь? Жених я. Жених? Угу. А кто тебя женихом назначил? Ну,
Ну ладно. Знаю я эту девушку, Наташа Алпатова. Тут недалеко живет, Минская 50. А тебя как зовут, жених? Олег. Олег. Нина Петровна. Очень приятно. Наташа хорошая девушка. Тут ты не ошибся. У нее мать давно умерла, а отец, Степан Иванович, он сам ее воспитывал. Он у нас начальником станции был. Спасибо вам большое, Нина Петровна. Будь здоров. Спасибо. Да! Здрасте, дядя Толя. Привет, привет, Алечка. Присаживайся. Вы мне такой кабинетик выделили, обставили его, прям потратились. Хм, а зачем это, чтобы я там губы красила? Ну, ты такая молодая, красивая, надо ж тебе где-то и губы красить. А вы, я смотрю, Анатолий Сергеевич, шутник. Деточка, да почему же не пошутить-то? Я уже давно не деточка, дядя Толя, а взрослая женщина. И вот что я вам скажу. Я подробно изучила всю документацию и прекрасно понимаю, что ни через какие 3 месяца денег вы мне не вернете. Ситуация будет только хуже. Поэтому я вам предлагаю следующее. Вы делаете меня сейчас совладельцем фабрики, передаете мне полностью руководство. Я сокращаю штат вдвое, оставляю только молодых, способных освоить современные методы работы. Привлекаю своих инвесторов, за счет чего фабрика станет рентабельной, и появится прибыль. И все будет как прежде. Согласны, дядя Толь? Подожди, подожди. Значит, молодых оставить, а не молодых куда? А это уже не наша с вами проблема. Пусть ищут другое место работы. Да нету, нету в нашем городе другого места работы. Ты ведь это прекрасно понимаешь. А фабрика это не собес. Но это пока еще моя фабрика. А через 3 месяца будет моя. Здорово, Бабнин. И тебе не хворать. А кто это к Алпатову приехал на таком звездолете? Жених Наташкин. Ты что, Бабнин, что ж ты несешь? Какой жених? Настоящий жених, не тебе чета. Эван он на какой? Катается. Не то, что твоя тарахтелка. Так что, теперь каждый жених кто на машине, что ли? Каждый не каждый, а это жених сам назвался. А я не удивлюсь. Что ж, Наташка... Садитесь, подброшу. А, сумки вот мои подвези. Thank you.
Производство практически безотходное. А вентиляция? Что? Вентиляция, говорю. А, все есть, вентиляция нормально работает. Дуб? Дуб, конечно. Все у нас хорошее, все по первому классу. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, у нас все в порядке, техника безопасности соблюдается. Привет, Олег. Давно не виделись. Я недавно от отца узнал про дядю Петю. Ты как? Да нормально. А ты как? Все хорошо, спасибо. Ты так изменился. Да? Говорят, ты тоже сильно изменилась. Это о фабрике? М? Да прекрати, я же не враг. Александра Петровна, я подожду. Слушай, нужно встретиться в другой обстановке, все обсудить. Возьми мою визитку. Mm. Позвони мне. Встретимся, пообщаемся. Действительно, есть о чем поговорить. Тогда до встречи. До встречи. Да, кстати, а ты как, насовсем? Пока не знаю. Давайте пройдем. Что там у вас? Ну вот попросили же этот документ. Здорово, хозяйка. Привет, Вася. Вась, ну не ставь на стол, видишь, я готовлю. А. Ты же собираешься в ветеринарный поступать? Это тебе. Ноутбук. Вась, ты что? Это же сумасшедшие деньги стоят. Имею я право любимой девушке сделать подарок. Я мотоцикл продал. Вась, ты ж столько лет на него копил. Без мотоцикла я как-нибудь проживу, а без тебя никак. Вась, ну я же тебе все уже сказала. Ну при чем здесь компьютер, а? Отвечаю. Во-первых, ноутбук тебе затем, чтобы учиться по интернету, заочно. Сейчас так все делают. Во-вторых, я дальнобойщиком стану, начну нормально зарабатывать. Ты выйдешь за меня замуж, будешь жить за мной, как за каменной стеной. Ну не могу я. Мы с тобой просто друзья. Я тебя люблю. Это немало. Мы давно знаем друг друга. Вась, ты меня слышишь? Мы с тобой просто дружим, и замуж я за тебя не выйду. Либо дружим, либо нет. Так вот ты как со мной, да? Вась, хватит, ладно? А я знаю, почему ты так говоришь. Нашла себе богатенького жениха? Вась, да нет мне никакого жениха. А я его машину возле твоего дома видел. Угу. Конечно, как такого не любить? Так что есть у тебя жених. Все, забирай свой ноутбук, иди домой. Эх, Наташа, не понимаешь ты своего счастья. Пока. Здравствуй, дядя Толя. Здравствуй, Олечка. Вы поговорить хотели? Ну да-да. Ты знаешь, как нехорошо себя чувствую после нашего последнего разговора. Да и разговора-то, можно сказать, не получилось. Не туда он пошел. В общем, не должны были мы ссориться. Да я и сама хотела бы зайти извиниться. Была не права. Риска. Вы поймите, я тоже ведь очень переживаю. Ведь вы для меня с Олегом не чужие люди. Понимаю. Понимаю, вот именно, что не чужие. Давай присядем, а? А, да, конечно. Прошу тебя. Вот именно, что не чужие. А ты помнишь, как мы семьями собирались? М? Тогда мы дразнили вас
с Олегом, жених и невеста. Да, потом в Москве, когда вы учились в институте, встречались. Мы, честно говоря, с Петром думали, что породнимся семьями. Надеялись на это. А вы к чему это, дядь Толя? Вот что, Аля. Бери ты Олега и выходи за него замуж. Как это ты? Бери. А вот так? Вы с детства вместе. Женитесь, берите фабрику, развивайте свой бизнес. Вам жить да жить, а я успею. Сколько той жизни осталось? Внуков буду нянчить, ваших детей. Да что я, честно говоря, по-прежнему люблю Олега и не могу его забыть. Вот. Я-то согласна. А вот он. Эх, хорошо заживем. Хорошо. Терраску пристроим. И комнату с того боку. Стройматериалы сейчас не проблема. Так плати. Нанимать никого не будем. Мы же с тобой, Степаныч, ребята рукастые. А я еще мечтаю скважину пробурить, чтобы вода своя была, артезианская. Будет тебе скважина, Степан Иванович. А еще крышу поменять. Шифер нужно на крыше поменять. Я тебе андулином перекрою, чтоб дождь не гремела. А? Андулин? Да. Чтоб не гремело. Вы только с Наташей поговорите. Для нее же ваше слово закон. Ну, это да. Угу. О, доченька, вот и ты. А мы с Васькой разговоры за жизнь ведем. Пап, ты что? Пап, тебе ж нельзя. Вась, ты что, убить отца, что ли, хочешь? Тебе что, выпить не с кем, а? Ну, Наташ, мы же разве выпиваем? Ага. Человек обещал помочь крышу починить. Какую крышу? Я свататься пришел. Вы же обещали, Степан Иванович. Вась, какое сватовство, о чем ты? Все, давай иди. Ну, иди отсюда. Пап, тебе тоже пора. Спать. Степан Иванович, я про Андулин не шутил. Ладно. Иди, женишок. Спать, пап. Алло, Олег, привет. Это Аля. Привет, Аля. Слушай, как насчет того, чтобы встретиться? Что ты делаешь сегодня вечером? Извини, я не могу сейчас говорить. Я потом тебе перезвоню. Угу. Вась, я же сказала, иди домой. Все, вставай. Наташ, мне надо с тобой поговорить. Вась, потом поговоришь. Давай, вставай. Все, встаем. Подожди, я уйду, если ты меня поцелуешь. Вась! Столько лет за тобой хожу. Что, недостаточно хорош для тебя? Вася, пусти меня! Вася! Вася, пусти меня! Вася! Вася! Шашка! Хватит! Вася! Пусти ее! Ты че? Это ты! А? Сейчас! Я пойду. Уйди. Да. Вы меня простите, пожалуйста. Ой, а что это? Это очень хороший отвар у вас. Сразу все пройдет. Да? А откуда вы знаете? Да я собираюсь поступать на ветеринара. А кстати, а где ваш Мишка? Бегает где-то.
А хотите, я вам покажу Дианку? А кто это? Коза моя. Вы сейчас сами все увидите. Кто это у тебя такой веселый? А это... Олег. Степан Иванович. Наталья, отец. Очень приятно. Приятно или нет, это мы после узнаем. Спички забыл. Болит? А? Да нет, совсем не болит. Наташенька! Здравствуй. Здрасте, Бакнин. Ну что, как там Борька? Лучше стало. Ей стал. Я поначалу испугалась сильно. Ты уж зайди, посмотри его. Мне спокойнее будет. Ну что, может, зайдем? Давай. Зайдем. Ну, заходите. Наташ, как ты думаешь, может, его сгладил кто, а? Ну что вы такое говорите? Вы ему отвар давали? Вот, приготовила. Вот вечером дадите. Угу. Ой, эти штуки, рога? Да, это рожки у него. Правда, славный ребенок? Правда. Боря. Смотри, не болей. Да. А потом я зайду, принесу травы еще. Спасибо тебе. Русалка ты наша. Здравствуйте, здравствуйте, дедушка Марат. Ну что, как тебе Борька? Понравился? Счастливый Борька. Mm-hmm. За ним ухаживают, его любят. Я даже немного ему завидую. Но он же ребенок. Как его можно не любить? Хороший Борька. А ты, наверное, теленка первый раз видел? Неправда. Нет? Нет. Я много раз видел по телевизору. Mm-hmm. А почему тебя тетя Нина назвала русалкой? А это мы с ребятами в детстве смотрели фильм «Русалка». Весь фильм проплакала, а они смеялись потом надо мной. Вот так я и стала русалкой. А я тоже смотрел это кино. Mm-hmm. Но ты лучше. И чем же? Ну, ты настоящая. А вдруг утяну? Я буду только рад. Ой.
поняла. Это то самое место, про которое мне рассказывала бабушка. Это место, куда приходят влюбленные и клянутся верности друг другу. Бабушка говорила, что люди забылись в ту дорогу, а мы ее нашли. Что это за икона? Это Петр и Феврония. Они любили друг друга, но люди и судьба разлучили их. И все равно они сберегли свою любовь. Это место так и назвали в честь них. Дерево верности. Тут глубоко? Угу. Здесь живут русалки? Да. Это самое русалочье место. Со мной происходит что-то невероятное. Ты не дашь мне утонуть? Добрый вечер, Аля. Привет. А я тебя уже давно жду. Отличный кабинет. Проходи. Помнишь? Да что ты стоишь-то? Присаживайся. Чувствуй себя как дома. Шампанского? Да, да. О! А подруга тоже пьет? Помнишь ее? Конечно. Это твой папа привез ее из Германии. Фрау Гретхен. Помнишь, она у меня еще жила в картонном домике, пока ты не подарил мне рыцаря. И с тех пор они стали жить вместе. Как принц и принцесса. И они были большими-большими друзьями. Только в один прекрасный момент принц уехал. Да, просто принца потянула в другие страны совершать подвиги. А принцесса долго ждала его, ждала. И решила в один прекрасный момент поехать его искать. Нашла его. Только рыцарю было не до нее. Он был слишком занят своими подвигами. Тогда он разбил ей сердце. А она совершенно изменилась, закрылась, стала черствой, жесткой, равнодушной. И закрылась в своем картонном домике. Только после всего этого рыцарь вернулся, и принцесса поняла, что так же сильно любит рыцаря, как раньше. Да, спустя годы рыцарь вернулся, но его сердце было занято другой принцессой. И это уже совершенно другая сказка. Но во всех сказках хороший конец. Поэтому принцесса из картонного домика обязательно дождется своего принца. И у них будет своя счастливая сказка. Аля, давай о нашей проблеме. Какой проблеме? О нашем долге. Аля, продли срок. Мне нужно подумать. Хорошо. Завтра поговорим.
Добрый вечер. Тише, папа спит. Привет. Спасибо, очень красивый. Ну, кому же красота положена, как не красавица? Поможешь мне? Угу. Возьмешь трава? Спасибо. Сейчас. Давай, клади сюда. Ой. Какая у тебя родинка необыкновенная. Какая ты. Но этот знак вообще передается из поколения в поколение. По женской линии, от мамы к дочке. Можно я тебя поцелую? Доброе утро, Степан Иванович. Ты мне больше ничего сказать не хочешь? Степан Иванович, я вас очень уважаю. Но есть вещи, которые человек решает сам. А что, по-твоему, у родителей прав никаких нет? Степан Иванович, я прошу руки вашей дочери. Ну-ка, присядем. Судя по машине, что у нас под окнами стоит, ты человек не бедный. Заработал или украл? Отец подарил. Степан Иванович, да вы не волнуйтесь, у меня все серьезно. Она так же думает? Думаю, да. Ну, посмотрим. Привет, пап. Привет. Пап, я хочу с тобой поговорить. Да, хорошо, я слушаю тебя. Я сам не ожидал, что так получится. В общем, папа. Ну, говори. Я влюбился. Ну и слава богу. Я очень рад за тебя, сынок. Аля, прекрасная партия. Аля? Нет, нет, я, папа, познакомился с девушкой. Она замечательная. Конечно, она совсем не из нашего круга. Простая деревенская девушка, но я уверен, она тебе понравится. Подожди, ты сейчас говоришь не об Але? При чем тут Аля, пап?
Да, у нас с Алей давняя дружба, но ведь это же не любовь. Любовь, любовь. Много ты знаешь про любовь. Любовь, она разная бывает. К тому же Аля как раз-таки очень любит тебя, я это точно знаю. Это она тебе сказала? Это не важно. Пап, я не понимаю, ты что, хочешь, чтобы я женился на Але? Ты слышишь меня? Я говорю тебе, что я люблю другую девушку. Если ты женишься на Але, это решит многие наши проблемы. Ты это должен понимать. Ты что, хочешь, чтобы я пожертвовал собой ради фабрики? Я не хочу от тебя никаких жертв. Прежде всего, я хочу, чтобы ты был счастлив. Об одном прошу. Не принимай поспешного решения. Прежде очень хорошо подумай. Хорошо. Я подумаю. Превосходно. А я вам перезвоню через пару минут, хорошо? Привет. О чем ты говорила с моим отцом? Мы много о чем говорим с твоим отцом. А что? Вы говорили о возможности нашего брака? Аля, никогда больше не делай этого за моей спиной. Олег, подожди. Олег. Ты, наверное, что-то не так понял. Аля. Аля, я тебя прекрасно понял. Мы можем с тобой поговорить, как нормальные люди? Мы же все-таки уже 100 лет знакомы. Угу. Да, после смерти папы я осталась совершенно одна. И вы с дядей Долей для меня самые близкие люди. Близкие люди? Да. И поэтому ты забираешь фабрику? Да, Анатолий Сергеевич. У меня к тебе дело, вопрос личный. Да не перебивай ты, я и так знаю, что ты меня слушаешь. У меня проблема с сыном. Да не знаю, что-то с ним происходит, не понимаю, что. То он куда-то пропадает, его не найдешь, то еще что-то. Вроде как у него пассия появилась. Зовут Наталья. Сама из деревенских. В общем, узнай, чего она от него хочет. Найдешь Олега, привози его в офис. Просто понимаешь, я... Папа умер, и... Я осталась вообще без средств к существованию. Без всякой поддержки. Даже самые близкие люди от меня отворачиваются. Даже ты не хочешь понять меня, отталкиваешь. Алечка, Аля, я тебя не отталкиваю. Но я прошу тебя, никогда так больше не делай. Умоляю тебя. Давай останемся друзьями, хорошо? М? Как ты не можешь понять? Мне фабрика не нужна. Не фабрика мне нужна.
привет. Привет. Как я рада, что ты приехал. Ну что, ты как, сегодня свободен? Ну, в общем, свободен. Что случилось? Да так, ерунда. На работе проблемы. Я вообще-то с тобой поговорить хотел. Ну, пойдем. Хотел сказать... Ты что, следишь за мной? Да мне что, делать больше нечего? Анатолий Сергеевич вас срочно вызывает. Вы ж на звонки не отвечаете. Ладно, я свяжусь с ним. Спасибо, Кирилл, езжай. Анатолий Сергеевич просил меня вас найти и с вами приехать. Хорошо, нашел, я понял, приеду. А теперь, Кирилл, езжай. Едь отсюда, я понятно сказал, Кирилл. То, что вы сын владельца фабрики, не дает вам права хамить. Сын? А почему ты мне раньше этого не сказал? Не говорил? А ты вообще интересовалась, из какой семьи Олег Анатольевич? Он человек в городе известный, жених завидный. Поехали. Слушай, ну ты подонок. Моя мама умерла, когда я в 7 классе учился. Они вместе с отцом фабрику поднимали. Папа целыми днями работал, а мама... Тихо. Ну ты не думай, вообще он человек очень умный, очень добрый, порядочный, сильный. Иногда даже слишком сильный. Честно говоря, я его в детстве даже немного побаивался. А как я его боюсь? Ну, как он ко мне отнесется? К такой простушке. Нет, отца не нужно бояться. Он человек мудрый, он все поймет. А почему ты один? Где Олег? Ну, я же ему не начальник, он сказал, что сам приедет. Понятно. Ладно, давай пройдемся. Ну, что, ты видел ее? Да. Вы знаете, Анатолий Сергеевич, мне кажется, она действительно не знает, из какой семьи Олег. Да ладно. Артистка. Кто такая? Алпатова Наталья из обыкновенной простой семьи. Мать умерла, отец безработный. Как думаешь, у них серьезно это? Вы знаете, мне кажется, Олег влюбился. Ладно, я сам с ней поговорю. Вечером поедешь со мной, покажешь, где живет. Хорошо, Анатолий Сергеевич. Иди, я тебе позвоню. Хорошо. А что ты так на меня смотришь? Ты самая красивая на свете. Русалка. Алечка. Здрасте, дядь Толя. Привет. Садись. Ну что? Как у вас дела? А? Есть какой-нибудь результат? У меня ничего не получается. Нет никакого результата. Плохо.
Надо бы как-то этот вопрос решать. Это ради всех нас надо. Как решать? Может быть, вы мне подскажете? Ведь вы же все-таки отец. Что ж я тебе в таких вопросах могу подсказать? Тебе, как говорится, женщине виднее, как себя в этой ситуации вести. Ну, не знаю. Почаще ему на глаза попадайся. Будь пококетливее, что ли. О, пригласи его в ресторан, поужинайте вместе. Да не хочет он со мной общаться. Понимаете, неинтересно я ему, и отталкивает он меня. Да я не могу его, как маленького мальчика, взять за ухо и поставить в угол. Не могу ему приказать жениться на тебе. Не-не-не, надо что-нибудь придумать. Что придумать? Капканы мне, что ли, на него ставить? Хорошо бы вам куда-нибудь вместе съездить. В командировку. Слушай, вдвоем в командировку. В командировку. Ну, ладно, ладно. Извини. Ну, ладно, это твоя жизнь, тебе решать. Ну, ты должен понять, я, как говорится, только добра хочу. Пап, я понимаю, но… Я ведь о чем думал? Вы с Алей росли с детства. Умница, красавица, любит тебя. Да, она мне говорила. Девушка мечтает о том, чтобы выйти за тебя. И с фабрикой бы все проблемы решились. Пап, ну… Ну, все, все, все. Всякое бывает, дела семейные. Но проблемы остались, и их надо решать. Есть у меня один партнер, задолжал крупно. Пока все шло нормально, я не беспокоил. Но сейчас, сам понимаешь, надо поехать решить вопросы. Я думал, что… Да, ты мне нужен здесь и сейчас, но и другому никому доверить не могу. Так что поедешь ты. Когда нужно ехать? Когда? Вчера. Угу. Вот документы по этому партнеру. Николай отвезет тебя вечером в аэропорт. Олег Анатольевич, что так рано едем? До Горловки за час доберемся. Еще пару часов в запасе останется. Мне просто в одно место еще заехать нужно, по делам. Здравствуйте, Степан Иванович. О, Олег, привет. А где Наташа? Она к Василию пошла. Да? А где он живет? Да Продольная, 8. А где это? Ну, это вот туда, вниз, ближе к оврагу. Ну, пойдем покажу. Ага. Ух ты, Борсенька, потерпи, мой маленький. Ой, потерпи, мой хороший, потерпи. Ну, вот и все. Он даже ничего не почувствовал. Думаешь, поможет? Должно. Скорее всего, съел что-нибудь. Ага. Кстати, вы яд от мышей раскладывали? Ай, давно уже. Ну ничего, все хорошо будет. Ну да, дай бог. Наташа, давай чайку? Не, меня папа ждет. Ну, может, посидим, поговорим. Не могу, тетя Кать. Ну, жалко. Ой, та-та-та. Ну, ты это самое, звони мне, хорошо? Вы звоните, если что. Обязательно. О, купил. Ага. Давай. Ну, до свидания, mm-hmm. Наташенька. Спасибо. Идем. Мам, я сейчас приду. Ну, ты куда? Вроде здесь. Вон 8-й дом. Наташа,
Наташа, постой. Вась, послушай. Ну что тебе? Я дурак. Вась, уйди. Нет. Наташа, прости меня. Я выпил лишнего. Прощаю, что-то еще? Нет, ты меня не так прости. Пожалуйста, прости по-настоящему. Я же это не со зла, пойми. Я тебя просто люблю. Поэтому у меня крыша едет. Еще что-нибудь? Да. Мы с тобой давно вместе, а ты меня еще ни разу не поцеловала. Вась, да не буду тебя целовать. Весна. Повезло Ваське. Красивая у нее девчонка. Ты знаешь, кто это? Ну да, это наша с гаража Васька. Все уши прожужжал про свою невесту. Значит, ты старого друга, даже в знак прощения, даже в щечку не хочешь поцеловать? Вась, ты меня достал. Любовь у них еще со школы. Собираются свадьбу играть. А можно я тебя домой провожу? Вась, ну… Давай руку. Любовь у людей. Да, папа. Заехать? Она что, тоже едет? Я понял. Поехали, Коль. Нам нужно еще Алюдееву забрать. Угу. Доброе утро. А Диану ты выгонишь или мне пойти? Пап, сходи ты, пожалуйста. Что случилось? Да все в порядке. Да я вижу, что все в порядке. С Олегом поругалась. Пап, да не поругалась я. Просто мы вчера должны были встретиться, но так и не встретились. Он же приезжал к тебе, спрашивал адрес тети Кати, так? Ну да. Но туда не подъехал и сюда не вернулся. Ну? И даже ни разу не позвонил. Не, ну… Может, у него на работе проблемы, замотался. Так ты сама позвони, не бойся. Ну, как-то… Не знаю, неудобно. Может, он занят? Да ты позвони, он только рад будет. Звони. Да. Глупенькая. Да. А, тетя Катя, это вы? Тетя Кать, ну что с вашим Барсиком будет, а? Два дня давайте ему лекарства, и все будет нормально. Ну зачем мне к вам в гости приходить? Я что, вашего кота не видела? Тетя Кать, ну при чем здесь гостинцы? Нет, господа, так дело не пойдет. Мне сводки о том, сколько и где вы гвоздей купили, ни к чему. То, что у вас сейчас нет денег, не имеет никакого значения. Берите кредит, одалживайте, но с нами вы должны рассчитаться немедленно. Это вы так говорите. Сказать можно что угодно. У нас есть подписанный вашим отцом документ, который гарантирует нам отсрочку по выплате задолженностей. Советую вам, господа, сбавить ваш тон, потому что ваши амбиции никак не соответствуют вашему положению. Да, господин Светличный дает вам согласие на отсрочку платежа, но эта отсрочка распространяется на вполне определенный заказ. Тот, который вы якобы потеряли из-за пожара. Но это сумма менее 10% вашего долга. На остальную задолженность отсрочка не распространяется. Тем более, что и эта отсрочка не пожизненная. Аркадий Натанович, но объясните вы, товарищу, наше положение. Мы не можем… А мы не можем тем более. По букве договора мы вообще можем начислить вам пеню. Так что, если к концу рабочего дня вы не предоставите график погашения задолженностей, причем такой, который нас устроит, мы немедленно подаем исковое заявление в суд на всю сумму. Нет, ну давай, надо что-то делать срочно, потому что ее так не отпустят. Посмотри на эту Микиру. Олег Анатольевич, да вы нас неправильно поняли. Мы же ни от чего не отказываемся. И сейчас мы все уладим.
Настенька. Здравствуй, Наташа. Заходи. Здравствуйте. А я уж волновалась, что тебя долго нет. Ты бы сказала, что будешь позже. Да дела были. Вот пришла, как смогла. Ну, молодец. Давай посмотрим, что с Барсиком, хорошо? Тихо, хорошо. Маленький. Привет, Наташа. Привет. Алло? Извините, а вы можете трубку Наталье дать? Это кто? Это Василий. А вы кто? Олег. А, Олег? Да. Да, помню. Нет, Наташа сейчас не может подойти. Она занята. И не звоните сюда. Послушай, Вась. Вась, пришел кто? Это Сережка заходил. Что такое, Аля? Мы сегодня одержали с тобой грандиозную победу. Пожалуйста. Предлагаю отпраздновать. Аля. Аля, я прошу тебя, только не сейчас. У меня нет настроения, извини. Прекрати. У меня нет настроения. Так, прекрати. Что ты весь как на иголках? Расслабься. Можем мы с тобой хоть один вечер провести как нормальные люди. За успех. Ладно, Вась. Спасибо, что проводил. Ты только маме скажи, что не нужно меня звать каждый раз, когда кот с бока на бок переворачивается. У меня есть и другие дела. В машине оставайся. Ну, пока. До встречи. Пока. Спасибо тебе. Здрасте. Здравствуйте. Ты Наталья будешь? Да, я. Очень хорошо. Я поговорить с тобой хочу. Я вас слушаю. Знаешь, кто я такой? Нет. Светличный. Анатолий Сергеевич, отец Олега. А ты кто такая будешь? В каком смысле? Ну, кто ты такая, что претендуешь на моего сына? Чего тебе от него нужно? Мне нужно. Ты дурочка, и ты не прикидывайся. А почему вы так со мной говорите? Чего, денег захотела? Я не хочу с вами больше говорить. Постой! Не договорили еще. А ты знаешь, что у него есть невеста? Есть. Они помолвлены с детства. Он приехал из Москвы сюда для того, чтобы жениться на ней. Я вам не верю.
Ты пойми, Наталья, есть любовь, а есть... Мы любим друг друга. Так вот, если ты любишь его, так не порть ему жизнь. Олег говорил, что вы добрый и мудрый. Вот и послушай мудрого человека. Гони. Гони ты его, пока не поздно. Так будет лучше и для тебя, и для него. А денег все-таки возьми. Возьми, возьми. Пригодятся. До свидания. Расслабься ты. Я ж тебе не враг. А помнишь, как нам было хорошо? Как мы проводили долгие вечера вместе? Алечка, было хорошо, но это было раньше. Раньше вообще все было хорошо. Только все уходит, все меняется. А вот с этим я не согласна. Какие-то вещи не меняются. Аля, что ты делаешь? Аля! Алечка! Аля! Ну что ты как маленький? Иди ко мне, нам ведь хорошо. Аля, я тебя... Аля! Аля, успокойся! Я тебя прошу. Не надо этого делать сейчас. Сегодня был тяжелый день, завтра день будет еще тяжелее. Иди к себе. Спокойной ночи. Гинекологу крайний. Я. Лариска, ты что здесь делаешь? А то ты не знаешь. Залетела? Чё ты орёшь? Я просто провериться и все. Мамка-то знает? Вот она тебе-то уши-то надерёт. Слушай, ты еще покричи погромче, объявление повесь. Ничего, привыкнешь. Я не собираюсь ни к чему привыкать. А тебе-то что? Троих девок мало? А мне муж сказал, пока сына не родишь, будешь рожать. Вот, из гинекологии. Ага, спасибо. Привет, мам. О, привет. Иди сюда. Мам, я же не транспортная контора. Я знаю, Васенька. Слушай, надо Борису Семеновичу холодильник домой отвезти новый. Ладно, иди говори, чтобы грузили. Хорошо. Только потише, я же на работе. Хорошо, хорошо. Посиди, сыночек, отдохни, давай. Ага.
Прошу вас. Черт. Коля, ты не можешь свой телефон на пару минут дать? А то у моего батарейка села. Не проблема, Олег Анатольевич. Звоните сколько нужно. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Да. Алло, Наташа? Ну, слава богу. Наташенька, я только что вернулся из командировки. Я видел все твои вызовы, просто я не мог перезвонить. Наташенька, нам встретиться нужно. Разобраться во всем. А нужно ли? Нужно. Обязательно нужно. У меня все изменилось. Наташа, я люблю тебя очень. Больше жизни люблю. Слышишь? Хорошо, скоро увидимся. Ну, мы едем или нет? Пока. Тебе домой? Просто я на фабрику должен заехать, с отцом договорился. У меня на фабрике тоже дел полно. Ну, на фабрику так на фабрику. Ну, понятно. Накладная в порядке, отправляйте. Хорошо, все сделаем. Удачи. Всего доброго. Здравствуйте. Привет. Кирилл Андреевич, мне нужно с вами поговорить. Мне некогда с тобой разговаривать. У меня есть очень важная информация для Анатолия Сергеевича. Какая еще информация? Это касаемо Алпатовой Натальи. Садись в машину. Ага. Я слушаю тебя. Только это… Моя информация денег стоит. Это не проблема, смотря какая информация. Ну? Наташка Алпатова беременна. Это точно? Я сегодня своими глазами медицинскую карточку видел. А от кого? Да у нее, кроме Олега, и не было никого. Подожди меня. Угу. Алло, Анатолий Сергеевич? Здрасте, это Кирилл. У меня есть важная информация для вас. Ну, хорошо? Да, буду. До свидания. Беременная, беременная. А ты что? Свечку держал? Вася, а ты детишек любишь? Люблю. Кто же их не любит-то? Если сделаешь то, о чем я тебя попрошу, ты получишь в два раза больше. Да-да, прошу. Ну. Ну что же, молодцы, хорошая работа. Привет, пап. Как говорится, пошло дело. Угу. У нас такая прямо команда, понимаешь, образовалась. Все благодаря нашей Алечке. Ну да. Знаешь, пап, мне кажется, что если Аля надавит, то вообще мало кто выкрутится. Так, вот договор. А, ну да. Я пойду. Пока, Аля. Ну что? Ничего.
Наташа! Наташ! А, Василий, заходи. Здравствуйте, дядя Степан. А Наташа дома? А ты ее что, во дворе не встретил? Нет. Так она только что ушла. Семенова прибежала, а? У нее корову раздула. Наташа и пошла. А. А ты чего не на работе? Да вот отпросился. Вроде щечки должны прийти проверять. Вот так, к вам по дороге заглянул. Понятно. А вы как, дядя Степан, как самочувствие? Да ничего, потихоньку. А. У тебя как? Ты что, теперь без транспорта остался? Да вот машину решил купить. А то надоело на работу на автобусе ездить. Ха, машину? Ага. Молодца! Теперь будем на Дальнее озеро на рыбалку ездить? Да. Можно на этих выходных. Хорошо. Ладно, пойду, дядя Степан. Пора. Да я... Наташке привет передавать. Я тоже ухожу. Надо в город съездить. Ага. Ну, бывайте. Бывай. Извините, их дома никого нет. Постойте, мне с вами поговорить надо, это важно. Мне не о чем с тобой разговаривать. Меня Наташа с вами попросила поговорить. Наташа? Где она? Она не виновата, это все я. Это я все придумала, а она не хотела. Ничего не понимаю. Ты можешь говорить нормально, не мямлить? Просто вы поймите, так получилось. Мы столько лет вместе, а тут вы. А она очень хорошая, очень. Вы не думайте. Она бы сама ни за что. Это я ее заставил с вами закрутить. У вас же деньги, а ребенок... Какой ребенок? О чем ты? Да мой ребенок. Мой и Наташин. Она беременна. Это я все из-за ребенка. Ну, чтобы она с вами, ну, понимаете, чтобы он жил в достатке. Беременна? Врешь. Не. Вот. Она просила вам передать. Вы только извините меня. И не дергайте ее, пожалуйста. Она сейчас очень переживает, плачет все время. Простите нас. Ради Наташи простите.